Ребята, на самом деле второго урока и юбля. На самом деле мы делали очень украинский народный рух. Назывался «Коромойс Лагнець». Я читал семь. Раз, два, три. Выходили на прямые руки и делали семерку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После семерки на раз, два, три поворачивали партнершу. Двигались по кругу. Пять, шесть, седьмая, скажи это. Локоть. Итак, ходим по кругу. Аккуратно веду партнершу чуть-чуть ниже, чем шея. Это основании... не важно, потому что это моя шея. Иначе просто ноги. Идем. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть. На каждый пять, шесть, семь. Раз, два, на пять, шесть, семь. Поднимаю руки, меняю, свожу вниз. Заметьте, что я не прохожу вперед. Я не иду туда и не пытаюсь делать смену. Я просто хожу на месте, веду партнершу на месте. Раз, два, на месте. Уба, па, па. Было такое? Угу. Дальше опять делаю, например, раз, два, три, пять. Потом могу спустить руку вниз. Раз, два, три. Перевести партнершу к себе нижней рукой. Сделайте раз, два, рот. Пять, шесть, семь. Сделайте энчу, два, три. Выход сюда. Три. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, три, пять, шесть, семь. Все запомнили. Это прекрасно. Вот это круто.